Приветствую вас, подписчики на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в игру. Достаточно энергии. Называется она Crysis. Ну, мы ее называем Кризис. Итак, маскировка. Давайте. Похреначили дальше. Двоечка. И кто-то там. Нет? Так, поменять. Как поменять? Нет. Вита, как поменять? Нет, не так. Подождите. Как поменять вид? О! Все, теперь можно ехать. О, я еще стрелять могу на ходу. Это прекрасно. Я уже забыл, потому что. Едем, едем. Захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Да, конечно. Без проблем. Ой-ой-ой. Это кто в меня так? Ну-ка, давайте-ка. Это кто в меня так бахнул? Максимум брони. Катер стал. Есть. Ну давай, 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 давай. Я вас всех перехреначу здесь. Так, нет, это не перехреначивается. Чё, давай. Едем. Или подожди. Как оно? Вот так вот. Попробуем так. Вот кто меня, правда, так хренукнул? Из гранатомера, что ли? Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Попробуем разобраться, чё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы же правильно едем? Точно правильно. Да. Вот так. Прорвались. Мы не будем задерживаться на них. Отвлекаться. Ведь нам надо прохождение. Мы с психом идем туда. Хорошо. Хорошо. Я тоже неплохо. Давай, давай, давай. У меня же все-таки джип. Блин, давай быстрее. Взорвали. Ладно. Но. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Но блин. Мы, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. А, урон, урон машины был. Урон машины был. Вот в чем прикол. Так. Давайте-ка еще разок поедем по песчаному пляжу. Машина пока еще нормально. Смотрим, что будет дальше. Внимание! Сигнал для следа на расстоянии в 3 километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо окопался. Давай, ой, давай. Пророк. Твою ж мать! Нет, я не должен застрять. Только не я. Только не здесь. Я не хочу умирать. Я еще так молод. Давай. Давай. На. Номад, в твоем районе большое скопление противников. Не светись. Не светись. Стараюсь не светиться вот. Ой-ой-ой, эта машина взорвалась рядом со мной. Итак, пока я тут воюю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Потому что стараюсь как можно быстрее и грамотнее пройти все для вас.
Дорогие подписчики. Да где вы? Вот они вы. Блин, застрял. Ты меня хотел убить. Новый отряд корейцев. Хорошо. Маскировка активирована. Так, у меня гранат 0. Не вижу. Недостаточно энергии. Максимум брони. Есть контакт. Кто? Маскировка активирована. Батареи твоего костюма садятся. Включи защиту. Я не понимаю, кто меня спалил-то. Конечно, ушел. Максимум брони. На. Недостаточно энергии. Я и сейчас уйду от вас. Маскировка активирована. Тебе не уйти. Максимум брони. Сдохни, сдохни. Надо перезарядиться. Давай. Нет. Боеприпасы только нужны от вас. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Тихо. Вот так. Всем спокойно, всем стоять. Работаю я. Асмодей. Кто не знает, кто такой Асмодей? Хорошо, даю расшифровку. Это ангел мщения. Также он известен как большой любовник. Итак, так вот. Ну, вроде хорошо запас это так. Еще гранату вот. Можно гранату от вас взять. Блин. Вот. Маскировка активирована. Вас-то мне совсем не надо было. Недостаточно энергии. Хорошо. Максимум давай. Брони. Хоть одну гранату или растяжечку там поставить. Маскировка активирована. Давай, сядем. И поедем отсюда. Не буду с вами связываться даже. Так. Номад, поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Хорошо. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю будет координаты. Сделано. Понял. Так. У нас на пути на тебе. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще. Еще. Блин. Собери все гранаты. Я тут еще ни одной не нашел. Все, которые можешь найти. Где вы? Еще давай. Хорошо. Я сам к тебе приду. Вот так сойдет. Да и то, блин, вы какие-то нерешительные. Так. Все, взял. Ищем гранаты. Гранаты. Кто их видит? Слышал. Конечно, слышал. Маскировка активирована. Блин. Надо спокойно. Ну куда вы против меня? Нос не дорос. Против меня выступать.
Ой, не-не-не-не-не-не. Дробовик это нет. Так, чё, где гранаты-то? Скажи, есть гранаты? Ну, пришел я. О, вот они. Первые гранаты нашли. Так, с дробовиком. Господи, какое ничтожество. Где еще? Где-то также на столе должны валяться. Где-то может. Вот они. Ну, думаю, хватит, потому что гранаты там мне навряд ли понадобятся. Хотя бог его знает, сказали надо. Значит надо. У матросов нет вопросов. Собираемся их в путь. Блин, побочки, они как бы побочки, но они не побочки. Их делать надо, да тем более по пути, чего бы нет. Интересно же. Так, сохранились и поехали. Дома ты приближаешься к штабу. Конечно. Включить маскировку и пробраться туда незамеченно. На хрена советую, что ли? На. Вот и вся незаметность. Кто там еще остался? Давайте посмотрим. Бак. Бак. Ну, вроде все. Где ты? Вот он ты. Огонь. Блин, нет, вы где-то. А где вы? Не вижу. Так. Понятно. Понятно все с вами. Так, минутку. Попробуй найти их тактическую сеть. Понял. Да. Вхожу. Маршал, копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично, Домат. Так, кстати. Нет. Тут, судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Что-то собрать того, можно. Собирать. Этой операцией командует сам генерал Рич Хан. Это Кон. Я помню. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон – серьезный противник. Еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Хорошо. Тебя понял. Серьезный противник. Окей, на. Так, а мне куда? Мне назад, да? А, вот сюда мне. По дороге прифронтовой шел солдат в шинели новой. Сюда мне же? Или не сюда? Максимум скорости. Блин, если окажется, что не сюда, то пипец же будет. Максимум брони. А я на машине сюда не попасть, вот плохо. А я спешу напомнить вам, пока брожу по лесу. Подпишитесь на канал. Смотрите, смотрите, какие чудесные игры я вам приготовил. Да. Это же классика. Классика. Так, игра сохранена. Попробуй прорваться с помощью гранат. Зачем? Маскировка активирована. Вот я бы тут
С другой бы помощью. Ну, с Божьей бы прорвался. Максимум брони. Вот так. Вот тебе и помощь, гранат. Все тихо сделано было. Да, так могу только я. Попробуйте, и у вас тоже все получится. Быстрее иди сюда. Так, у меня что там? Что там у тебя, пророк? Фонарь. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Тактический блок? Вижу врага. Видишь? Так я тебя вижу. Вот в чем прикол-то. Что я тебя тоже вижу. Маскировка активирована. Дробовик. Что-то полный боезапас. Так, мне куда? Туда? Максимум брони. На вышке там боеприпасы, конечно. Ну и ладно. Так. А мне сюда. Лес. Ну все, вроде бы. От всех оторвали, сидите вы нахрен. Какой красавчик. Сила. Максимум силы. Сила. Так, а кстати, у меня. А, вот оно. Если что, так по зубам. Недостаточно энергии. Не беда. У меня достаточно. Максимум брони. Максимум брони. Так, смотрим. Я же к этим должен уже подходить, к своим. Насколько я помню. Правильно? Правильно. Так. Точка сбора. Вот она. Что здесь произошло? Ну давай. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Прекрасно, я скажу. Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс! Криоген! Смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я молодец. Уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Сейчас увидим. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Увидели? Нет? Так смотрите внимательно. Вот это хрень. Тентакуэль. Тентаку. Надо идти! Надо идти! Живо! Надо, так идем. Раз надо. Вперед! Ну, ну! Ну, видишь ну. Его? Куда он ушел? Да, конечно. Сюда! Вперед! Ну! Вот сейчас-то мы повоюем. Блин. Давай. Нам туда. Вот черт, ты это видел? Держите курс. Надо найти шута. Идем на восток. Вперед, вперед. Иду, иду. За ним, живо, живо. Да иду я, иду. Давайте, могу быстрее пройти. Недостаточно энергии. Вперед, надо искать шута. Идем. Ой. Максимум брони. Так. Мне когда с тобой драться-то надо будет? Надо будет с тобой драться? Я уж не помню.
кстати, я тут все на среднее поставил, потому что привык на такой графике играть. Вот, на высоких и на ультра я пока не привык. Потому что все в глазах мельчешит. А, вот здесь. Вот здесь, по-моему, первая, да, стычка-то у нас будет. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся. Пока.